здравствуйте, уважаемые любители скорости и автомобильного спорта. Центральный спортивный спортивный канал Европа приглашает вас на туринговое первенство, шестой этап которого проходит в 15 километрах на восток от прекрасного города Зальцбурга. И первый визит мирового туринга на трассу Зальцбург-Ринг. Ну, с другой стороны, пилотам мирового туринга эта трасса хорошо известна. Здесь уже трижды встречались участники Кубка Европы. Видим информацию о задержке начала первой части квалификации. Действительно, трасса опасна. Уже по ходу тренировок не раз возникали серьезные аварии. Четыре раза сегодня по ходу тренировок показывали красные флаги из-за различных происшествий. Трасса эта на самом деле ведет свою историю с 1968 года. Тогда в долине, в Альпийской долине, в очень узкой, по которой протекает речка, между двух горных гряд, построили вот эту вот незамысловатую конфигурацию асфальтовую петлю. И сначала для мотогонок, ну а потом и для гонок автомобилистов. Сюда приезжали еще в конце 90-х Иван Мюллер и Габриэль Тарквини. Оба признали, что давным-давно забыли конфигурацию этой трассы. Ну и вот теперь, заменив немецкий Ошерслебен, здесь, в австрийском Зальцбурге, что переводится как «замок соли», собрались участники из шестого этапа. У нас, между прочим, середина сезона. Это потом этапы будут пореже, а сначала они один за одним идут. Середина сезона наступит действительно сразу после окончания второй гонки мирового туринга. И тогда мы поймем, каков расклад сил в чемпионате мира. На данном этапе лидером сюда приехали, безусловно, пилоты «Шевроле». Иван Мюллер возглавляет табель о рангах. Кстати, пилоты «Шевроле» лидерами отсюда и уедут уже, это совершенно точно математически. Безусловно, догнать их никто не сможет. Габриэль Тарквини наступает на пятки на четвертой позиции. Однако там почти в два раза по количеству очков Иван Мюллер опережает идущего сейчас четвертым Габриэля Тарквини. Столько же очков у Тома Коронели, 97. Ну а дальше неожиданно набравший ход Норберт Мичелис. Мичелис, который в Венгрии держал на прошлом этапе свою победу, уже вторую в карьере, и вошел по-своему элитный клуб. Всего 17 гонщиков в истории мирового туринга смогли выиграть две или более гонки. Но рекордсменом по этому показателю является Мюллер, у которого уже 26 побед. Ну и напомню, три чемпионских титула. Вторая новая трасса в календаре чемпионата мира в этом сезоне. Напомним, две недели назад мировой туринг приветствовал нас всех на трассе в Венгрии. Ну а до этого был, за неделю до этого, этап в Словакии, на который сам промоутер мирового туринга говорит, что нету смысла выбрасывать эту трассу из календаря. 41 тысяча болельщиков за время уикенда посетили трассу в Словакии. Сам президент страны тогда приветствовал всех участников мирового туринга. Ну а на следующий год господин Лотти и вовсе замахнулся на расширение календаря. Он планирует весь свой туринговый караван отправить в Индию. Ну и к радости российских болельщиков обещает, что в случае, если одна из трасс в России все-таки получит необходимую омологацию от Международной автомобильной федерации, бесспорно мировой туринг приедет в Россию. Пока же вторая трасса 2012 года, трасса Зальцбург-Ринг. Мы в связи с задержкой на 5 минут квалификационной сессии предлагаем прерваться сейчас, до того момента, когда машины покинут свои боксы. People who know use Valvoline. Two in a canoe. Or maybe a few hundred partying in Poznan. That one girl at the seaside. Or those few in the yacht on the bay. This lot of young people in Gdansk. Or maybe this one with the bison will convince you. Eight scouts, two on a wall. 5,602 guitarists in Wrocław. In Warsaw, 50,000 football fans. Actors in Krakow. How many Poles does it take to convince you to come to Poland? Really fight it. In a world of myths and gods. In a world of myths and gods. Glorious warriors and their allies advance into battle to expand their powerful empire and take command of Grepolis with their alliance. Choose your god and build your empire. Now free at Grepolis.tv. We'll be right back.
небольшая задержка в начале квалификационной сессии шестого этапа мирового туринга дает нам возможность пообщаться с участниками чемпионата мира. В 15:48 по местному времени начнется квалификация, буквально несколько минут. Наш собеседник Ричард Коулман, чьи пилоты, пилоты команды Bamboo Engineering, очень неплохо проводят тренировки. Для нас это новый вызов, непривычная трасса, абсолютно невероятная, здесь в горах. Ваши парни очень быстрые, как это получилось? Да, здорово, она подходит нашим машинам. И мы рассчитываемся побороться за пол в зачете независимых пилотов и побороться за выход во вторую часть квалификации. Как вы рассчитываете? Слипстримы здесь очень важны, да. Но думаю, что не слишком уж они так прям уж важны, но 3-4 десятых слипстрим здесь обеспечить может. О чем, собственно говоря, говорили и пилоты лидирующей команды РМЛ, о том, что, скорее всего, здесь вновь они вернутся к той практике, которую используют на быстрых трассах, и попробуют, Монса, безусловно, и попробуют поработать слипстримом. Предупреждаю, с первого по пятый повороты, может быть, масло разлито на трассе. Здесь еще наполненный уикенд, местные соревнования проходят. Напомним, что также и в рамках этого уикенда едет европейский туринговый третий этап. Кубок. Там немало россиян. Здесь тоже, напомню, Алексей Дудукало выступает. И, кстати, в одной из тренировок показал россиянин очень хороший шестой результат. Стал лучшим из всех пилотов Сиата вообще. Ну, там у Тарквини были проблемы. Если же говорить о конфигурации этой трассы, то она предельно простая. Это длинная прямая. 180-градусная дуга с одной стороны. И такая же длинная, изгибающаяся прямая в другую сторону, еще одна дуга на 180 градусов. Вот только одна из прямых разбита вот этой эской, первый поворот, крайне коварный, где завтра наверняка вот эти вот ограничительные такие конусы не устоят. Это обычно именно так и бывает. Вот у нас есть момент посмотреть на эту трассу. От эски следует разгон до 185 км в час. Вот здесь торможение до 108. Затяжная такая дуга. Трасса идет на подъем, и дальше длинный скоростной участок до 240 км в час. Разгоняются пилоты в его конце, но сейчас понятно, что они готовятся. Вот конфигурация, посмотрите, незамысловатая категорически, но очень живописная, очень интересная. Вот как раз в той части, где сейчас находятся пилоты, на задней прямой, там есть два очень высокоскоростных правых поворота, и лидер чемпионата Иван Миллер жаловался на то, что там будут быстро изнашиваться передние левые покрышки. Собственно говоря, все признают, что трасса эта, несмотря на то, что здесь действительно две шпильки, две такие дуги, она очень быстрая и очень скоростная. Здесь нет медленных поворотов. Тут достаточно сложно обгонять, потому что любая малейшая ошибка здесь чревата вылетом. И посмотрите, как близко тут располагаются вот эти вот металлические гардрели, бордюры безопасности. Да. То есть здесь надо очень, почти что городская трасса. За последние 10 лет серьезные были работы по безопасности, но правда, почти каждая гонка завершается серьезной, ну не завершается, а по ходу каждой гонки случаются серьезные аварии. Бывали они по ходу гонок Кубка Европы, но вот Рик Неф признался накануне этого этапа, что одна из вообще самых ярких, зрелищных кузовных гонок, которые он видел в своей жизни, это была одна из гонок Кубка Европы. Здесь праздник слипстрима, постоянные обмены позициями. Но вот посмотрим. Думается, что-то подобное нас ждет и завтра. Тем более, что по итогам трех последних этапов машины лидеров BMW, Seat и Chevrolet практически равны по скорости. Разница составляет лишь 1-2, там 3 десятых секунды в среднем на круге. Я думаю, что на такой скоростной трассе, как Зальцбург, безусловно, ошибка Ивана Миллера. В начале первого же быстрого круга. Безусловно, здесь будут важны скоростные показатели автомобиля. И, наверное, стоит отметить, что у нас еще по-прежнему в пелотоне есть пилоты, которые выступают на автомобилях старой конфигурации. Прежде всего, речь идет о пилотах Seat. Тиаго Монтейру и Том Бордман. Если мы наверняка знаем, что для Тома Бордмана это последний уикенд, который он проводит на автомобиле, оснащенный двигателем прошлогодним, старым двигателем. Ну, вообще говоря, он не прошлогодний, это он пятилетний славный, август. Да, ТДИ. Он дебютировал в середине 2007 года. Мюллер выиграл первую же гонку в Ашерслемене, а всего на счету этого заслуженного дизеля 30 побед в мировом туринге. Но вот пришло, наконец, его время окончательно покинуть трассы WTCC. Ну, а Норберт Мичелис еще короче находит путь. Я думаю, что, безусловно, этот круг не будет ему засчитан, но главное, что нашел он этот путь в квалификации, а не столкнувшись с партнерами со своими во время гонки. Ну, вот но мы... гонку примерно так все и начнется. Именно так. Мы по ходу тренировок уже видели, скажем, тот же Алекс Макдауэлл ехал очень быстро в слипстриме за своим напарником Паскуале Ди Сабатино. В одном из поворотов Ди Сабатино чуть-чуть сбросил скорость, и Макдауэллу пришлось просто уворачиваться в сторону, разбивать машину, чтобы беды не натворить, чтобы две сразу не списать. Но вот Коронель зацепился за три его пилота в «Шевроле». Пока что рекорд абсолютной трассы 1:27.008. В первой тренировке так быстро проехал Ален
Меню, который пока не знает себе равных, но Хав на секунду медленнее, но быстрее всех по ходу этой части квалификации первой 20 минутки. Напомним, что в данной квалификационной сессии пилоты у нас сражаются за очки. Нет, не в данной все-таки. Все-таки во второй. Но в первой части квалификации пилоты сражаются за выход за вторую, а там уже непосредственно за очки. Ну, формально, конечно, в квалификации очки начисляются с этого года. Поскольку в Туринге, по-моему, еще чаще, чем в любой другой серии, меняются правила квалификации, мы все время... Ну, так или иначе, пока что надо проехать быстрее 12 всех. Человек выходит в любом случае во вторую квалификационную сессию. Десятка их, первая десятка по итогам второй квалификации будет переставлена на старте второго заезда, но заработает очки первая пятерка. По абсолютной По абсолютной скорости. Так что первая квалификационная сессия, по большому счету, решает лишь судьбу вот этих 12 этой дюжины, которая пройдет во вторую квалификационную часть. Ну, вообще говоря, есть те, по поводу кого мы совершенно уверены, скажем, заводские «Шевроле», тот же «Коронель», «Тарквини», понятно, что они дальше выйдут. Но есть и те, вот та же команда «Бамбу Инжиниринг», та же, скажем, команда «Форд», для которой первая часть квалификации довольно серьезное ответственное мероприятие, тот же Алексей Дудукало. Да, Алексей, да, мне только хотелось сказать, ведь он был шестым в первой тренировочной сессии, во второй тренировке он откатился на 10 позиций вниз, 16-й лишь результат. Ну, я не знаю, если Александр объяснял тем, что в Словакии Алексею очень подходила трасса, она была похожа на российский, я не уверен, что трасса Зальцбург-Ринг чем-то напоминает хоть одну российскую трассу. Видимо, что пилоты на втором же круге. Коронель удерживался в слепстриме, но в начале очередного круга вылетел с трассы в ЭСК. Слава богу, что ничего не произошло. Да, именно слишком рано нажал на газ на заднем приводе. И небольшая ошибка там была со стороны Алана Меню. Мне показалось, именно он сейчас идет третьим в этом трио. Может быть, Меню пытался стряхнуть Коронеля. Почему нет? Это тоже один из приемов. 0,7 Мюллер сбросил с лучшего времени. Но пока что 1:27.3. Это еще далеко до абсолютного рекорда трассы, показанного сегодня с утра. Отметим, что... Как раз команда Bamboo Engineering нам показывает. Макдауэлл 6-й подтверждает свою скорость. Хотя и отрыв, смотрите, великоват. 0,3 секунды. Что для его напарника Паскуали Ди Сабатино, то он 7-й. Вот пока что все. Ну, они рядышком как раз и ехали. И крузов. Здесь точно классический совершенно слепстрим. А теперь мы видим, как Роб Хафф разгоняет Ивана Мюллера. Мюллер уже на верхней ступеньке, на верхней строчке протокола. Он как-то не очень разгоняет Хафф. Немножко даже прикрывает. Ну, вот эта вот финальная часть круга. Тут такие... скоростные изломы вправо-влево со скоростью примерно 130-150 км в час. Здесь тоже мы видели немало ошибок. Ну и смотрим, насколько, во-первых, хватит резины. Уже по ходу круга они не улучшали. И действительно... Да, это так. И мы с Александром даже обсуждали перед вот стартом квалификационной сессии. Все идут с парочками, все пытаются с липстримом сработать. Мы обсуждали, будут ли красные флаги по ходу квалификации. Потому что вот так на первый взгляд кажется примитивная, элементарная трасса. Ну что, тут катайся и катайся себе. На самом деле трасса очень коварная. Тем более 5 поворотов сейчас скользкие. С первого по пятый, напомню, нас об этом предупредили. Только что тут прошли первая тренировка европейского туринговая клуба. Достаточно много резины осталось на полотне, тем более полотно прогрелось до очень высокой температуры. Около 40 градусов температура дорожного полотна. Да, не считая марокканского этапа, где, конечно, по определению было очень жарко. Это первый такой по-настоящему жаркий этап мирового туринга. И отметим, что Тарквини какие-то проблемы испытывает. Тарквини пока не покидал боксы. Возможно, конечно, бережет резину. Резина здесь тоже будет очень важна. Кстати, Том Коронель после неудачной квалификации в Венгрии, где, напомню, он был только 19-м по скорости, решил вообще весь венгерский этап ехать на одном комплекте шин, а новый, свежий, сэкономить вот для этого, для австрийского этапа. Возможно, Коронелю это поможет. Ну, может быть, потому что здесь чуть-чуть более абразивный асфальт. Не всем удается держаться плотно. Это Пеппи Ариола. Ариола, кстати, который, один из немногих пилотов, которые хорошо знают эту трассу. Здесь выступал Пеппи Ариола в прошлом году в Европейском кубке. Причем в одной из гонок, во второй гонке, он стал победителем. Да, вместе с ним выступал тогда Мити Бинани. Вот двое пилотов знают эту трассу по прошлому году. И в 2008 году сюда приезжал Франц Энкшлер. Вообще Энкшлер, наверное, лучше всех знает эту трассу. Он много выступал в германских чемпионатах, которые регулярно проводят здесь свои этапы. Ну и также, как я говорил, Мюллер и Тарквини тоже здесь выступали. В 97 году последний раз. В прошлом веке, да. Да, в прошлом веке в Супер Туринваген Кап выступал здесь Мюллер, когда ездил в Германии в туринговом первенстве этой страны. Трасса, может быть, и не претерпела серьезных изменений, конфигурация и осталась прежней, но, безусловно, с точки зрения качества асфальта и вот зон безопасности, о которой говорил Александр, она, конечно, усовершенствовалась. Тарквини выехал на трассу, успокоим поклонников итальянского чемпиона мира.
пилота российской команды Lukoil Racing. Вот Алексей Дудукало, кстати, сейчас в 12-й, входит в число 12, 12-я позиция у него. Я думаю, что Алексей продолжит еще свое сражение. 11 минут остается до окончания первой квалификационной сессии. И сейчас, наверное, будет какая-то пауза для большинства пилотов, что, собственно, с вами мы и видим. Вы будете видеть буковки P, которые стоят напротив каждой фамилии на ваших экранах. Означает то, что пилот заехал в боксы и сейчас находится на боксе, на пит-стопе, если это так можно сказать, потому что сейчас, может быть, какие-то изменения в настройке автомобиля будут вноситься, и наверняка кататься в течение всей квалификационной сессии не имеет никакого смысла тем пилотам, которые уверены в своих позициях, а мы видим, что с вами тройка пилотов «Шевроле» точно совершенно в лидирующей группе, и навряд ли им имеет вообще смысла лишний раз выезжать на трассу и свои покрышки портить. Ну, а если говорить о тех пилотах, которые идут следом за вот этой сильнейшей группой, буквально совсем недавно Тиаго Монтейро, да, так и есть, Тиаго Монтейро сохраняет за собой четвертую позицию, и я еще раз хочу напомнить, что Тиаго Монтейро выступает на автомобиле со старым двигателем 1.6 TDI, Пепе Ариола. Нет, у Монтейро мотор бензиновый. Бензиновый, да, Пепе Ариола, кстати, вот ему поставили новый. Ариола, да, одним из первых получил этот новый мотор подготовки Seat Sport, ну, постепенно сходит на нет вот эта вот вся история с тремя моторами на одну и ту же машину, там с разными гандикапами, с разными весами. Ну, посмотрим. Видели мы, как раз мелькнула машина Тома Бордмана. Мичелес, который признался, что победа в Венгрии была самым счастливым днем его жизни, что он очень волновался, но потом понял, что машина едет и помчался к своей победе, второй в карьере. Ну, посмотрим, как он покажет себя здесь. У его напарника Сейчас он пытается, Вебера. Да, разогнать Вебера. У Вебера было во второй тренировке был неприятный эпизод, поэтому я не думаю, что очень как-то быстро поднесется сейчас Габбар Вебер, но, тем не менее, мы видим, что Мичелес пытается разогнать Габбара, но далековато сейчас Габбар для того, чтобы классическим слепстримом здесь воспользоваться. Скорее всего, просто да. Неплохой первый сектор для Вебера, лучший для него самого, 0,6 секунды. Надо сказать, что уже, скажем, Алексей Дудукало, да, замыкающий первую дюжину, проигрывает 1,5 секунды на финише. Так что первый сектор довольно неплохо. Вот теперь настолько Мичелес разгоняет Вебера, что тот даже выходит вперед. Вот так вот решили венгры разыграть свой слепстрим. Ну и напомню, что всего у нас выступает на этом этапе 21 пилот. У нас есть одна, к сожалению, потеря. Исаак Тутумлу, чемпион каталонского туринга, покинул мировой чемпионат. Он пересел на автомобиль Porsche и выступает теперь в суперкубке Porsche, которая является гонкой сопровождения Формулы-1. Обвинил команду ProTeam, что они плохо готовят ему машину. Может быть и плохо. Но мне кажется, что и от пилота тут тоже кое-что зависит. Ну, я вам могу сказать, что видели вы на канале Евроспорт гонки суперкубка Porsche, видели, что и там Исаак Тутумлу далеко не блистал. Вот, ну и также по сравнению с прошлым этапом, конечно же, не приехала команда Лада, этого мы ожидали. Они вернутся в Португалии на трассе в Портимане. Но Джеймс Томпсон сказал, что машина быстрая, это здорово, она с самого начала поехала быстро. Однако есть сложности с надежностью, и поэтому надо команде еще поработать. Посмотрим, но пока вот Гранта радует. Ну, а пока что мы видим, как Джеймс Наш выступает разгоняющим в команде АОН. У самого Наша 9-я позиция, гораздо ниже его партнер по команде, на 15-м месте сейчас. Ну, посмотрим, будет ли здесь, воспользуется ли Чилтон слепстримом, или все-таки Джеймс Наш остается пока лидером вот этого дуэта. Нэш оба раза в тренировках был в числе первых 12, он был 9-м и 11-м, соответственно. Нам показывают команду «Шевроле». Интересно, что, готовясь к этой гонке, в команде «Шевроле» воспользовались данными, которые собрал еще в 2008 году Мигель Ньюкьяер. Он тогда выступал еще на «Шевроле Лачетти», он выиграл здесь как раз Кубок Европы, один из двух в своей карьере. И вот те самые данные, которые он тогда собрал для команды «Шевроле» заводской, вот сейчас перенесли на «Крузы» и на их базе готовились к этому этапу. И это не случайно, потому что Рик Неве говорил, что единственный этап, который команда откровенно провалила, это этап Словакии. К этапу Словакии никакой информации у команды РМЛ не было, воспользоваться было нечем, поэтому даже хоть какие-то данные, даже если это данные трехлетней давности, они безусловно помогают даже команде. Если не Слачетти, ну все равно. На этом фоне особенно удивительно, как здорово едет команда Bamboo Engineering. На таких же тяжелых, груженных крузах, отметим, что у нас плюс 40 килограмм и для круза, и для BMW, и для сиатов.
Но обратите внимание, вопреки нашим ожиданиям, все-таки команда РМЛ покидает бокс и сейчас отправляется на трассу. А где у нас Лукойл Рейсинг? У нас сейчас... Дудукало 12-й, Тарквини 14-й. Тарквини рядышком, да, 14-я позиция на очереди. Финальная попытка сейчас будет еще у всех. Вот Энкшлеры, так сказать, пилоты команды Франца Энкшлера зацепились за заводские Форды. У Форда то взлет, то падение, да, то отличный этап, как в Марокко. Как-то тут на слепстрим не похож, что какой-то обгон... Поменялись местами. Мы видим, Энкшлеры разрядили собой ряды команды ООН. И сейчас Джеймсу наши, я так понимаю, не очень-то там комфортно. В любом случае, все идут с улучшениями, кроме Чилтона, который явно сбросил, мы это видели. Ну, Чилтон будет ждать следующего круга. Ну, а для Энкшлера и его напарника Энга именно сейчас хороший шанс. Кстати, не отстает Энг, вот что удивительно. Поначалу мы как-то, ну, весьма скептически относились к выступлениям этого пилота. Да, он чемпион по дрифту, да, на самом деле. Там, в общем, как и все азиаты, которые приходят в мировой туринг, от него многого не ждали. Но ну, на одну позицию, ну, улучшает Энг. Эншлер 17. Эншлер вытесняет Дудукала. Вот что досадно. Мичелес в боксах, О'Янг в боксах. Все остальные пилоты из первой дюжины на трассе лидируют по-прежнему трио «Шевроле». А это... Хорошо знакомый нам Джанкарло Бруно. Я вот признаюсь, увидел его в паддоке Формулы-1, Гран-при Испании. Я не узнал его. Потому что он одет в одежду Рай Уно. Так знакомый. В паддоке там очень много знакомых лиц. Кто же этот человек? Я минут 5 вспоминал, потом вспомнил. Это Джанкарло Бруно. Это же один из героев мирового туринга. Очень было необычно его там увидеть. Действительно, в роли абсолютно полноценного журналиста, такого серьезного и настоящего. Но это его хобби. Он всегда говорит, что он прежде всего, конечно же, инженер. И дружеские отношения связывают Джанкарло с Габриэлем Тарквини. Ну вот сейчас посмотрим, насколько Макдауэл дружеские 3-й. Отношения помогут Габриэлю Тарквини пробиться в число сильнейших. Даст 107-й. Монтейро опускается на 8-ю позицию. И у нас нету ни Дудукала, ни Тарквини в числе 12 сильнейших. 12-я позиция сейчас. Ошибка Коронеля. 12-я позиция у Франца Энкшлера. Безусловно, этот круг Тому Коронели защиты. Не будет со всех больше. Сторон там прямо окружили Коронели. И по трассе, и вне трассы. Вдоль заборчика кто-то там крался у него. Я думаю, дадут нам повтор этого момента. Трасса здесь не такая большая, поэтому довольно легко можно расставить камеры, ну, по всему протяжению этой трассы, по всему периметру трассы. Ну что, Мюллер первый, Хафф второй, Макдауэлл. Макдауэлл на 3-й позиции. Вот она, истинная скорость Bamboo Engineering. Не случайно был доволен Ричард Колман, да, с которым мы беседовали. Волнение в команде арены, это понятно. Их парни пока далековато. Ну, времени есть, конечно, да, еще, но мало. Что у нас... Сбивает, ох, сбивает конус. Вот, вот это все, оба пилота Bamboo Engineering вот туда вот поехали. Проехали вдоль заборчика, узнали, как там все это дело устроено. Я думаю, что это будет сложный поворот для старта. Для гонки. Старта это будет невероятно. Там и покрышки машины... тут расставлены. Это вообще очень рисково. Вот Габриэль Тарквини сейчас на своем быстром круге. Хороший круг. У него два очень быстрых сектора. Он идет на 3-е время, наверное. Если вот... О! Францу Энкшлеру не повезло в данной мягко ситуации. Говоря, Энкшлер даже и Чилтон. Если он останется в числе 12 сильнейших пилотов, не факт, что его машина будет готова. Я думаю, то же самое будут... мы видели, где в Словакии. Да, Энкшлер вылетел, желтые флаги. Флагов пока почему-то Тарквини даже успел. Нет. Тарквини успел. Дудукало успел блестяще. Бинани восьмой. Тарквини 6-й, 7-й. Дудукало, Бинани 8-й. Папиариола сейчас на линии огня. Красные флаги. Красные флаги. И еще будет время выехать и проехать один круг. Ну что, если очень, дадут очень это время, ситуация. Не факт, что дадут. Дадут, 3 минуты точно дадут. Будем ждать информации из боксов. Вот я думаю, что Чилтона могут за это оштрафовать. Да, я могу сказать, причем я давно наблюдаю за Чилтоном и за ним, и за его братом. Вот почему-то им свойственна вот такая какая-то езда, как да. будто они по одному на трассе да. находятся. Да. Может быть, это как-то связано с тем, что оба происходит из очень богатой семьи. Да, они не переживают. Не переживают за разбитую технику. Технику, да. Это есть такой фактор на самом деле. Что же, да, вот такая вот. Да, Курт Тремоль явно недоволен. Недоволен, менеджер. Но мне кажется, что пострадал гораздо сильнее сейчас сам. Пострадал Форд и Чилтон больше, чем Франц Энкшлер. Хотя удар в автомобиль в BMW пришелся сзади. Это да. очень сложно. Мы видели, как механики Франца Энкшлера меняют буквально за 15 минут полностью заднюю подвеску. Такие были эпизоды. Здесь прежде. Не будет такой большой паузы. А самое главное, Франц уже выскочил из числа вот это 12 да. сильнейших. И даже если у него будет возможность выехать на трассу, не факт, что он покажет быстрый результат на машине, которая была, по которой подверг. Смотрите, Франц предпринимает такое решение правильное. Проверить, что с машиной на ходу. Не дать ее тащить. Возможно,
Допустимо ли это? Допустимо ли после этого продолжение сессии? Да, и нужно, может быть, он сейчас просто принесет полезную информацию за две минуты, то что-то да, накрутит. Ну, а я думаю, что по-моему, после такого эпизода продолжение сессии запрещено в мировом туринге, если не ошибаюсь. Вытащили, да. Я не знаю, будет ли здесь какое-то наказание для... Будет, может быть, будет снисхождение для Франца Эншлера. Я думаю, что для Тома Чилтона ему все равно. Ему сейчас поедет новый бампер купит на ближайшем рынке. В боксах, безусловно, есть. Да, Франц Эншлер заезжает в боксы. Только Портман, судя по цвету капота. Ну, в общем, вот это он один борт из... Мичелис, это вообще. Мичелис, прекрасно. Да, действительно, черный капот еще и у Мичелиса тоже. Но это вот обратная сторона слипстрима. Когда это представители одной команды, взаимопонимание больше, там и по радио, и все. Когда разных команд, то вот такие ситуации возникают. Ну, там не о слепстриме вообще шла речь. Мне кажется, еще раз говорю, мне показалось, что Чилтон вообще не видел никого на трассе. Он ехал за Нэшем следом, и все. И больше его ничего не интересовало. Так или иначе, времени еще достаточно на то, чтобы выехать. И даже, может быть, проехать даже два быстрых круга, может быть. Да, напомню, что здесь, в общем-то, не очень длинная трасса. И полторы минуты примерно надо для того, чтобы пройти этот круг. Посмотрим, как все будет дальше, но что случилось же, Том? Это трасса, на которой очень важен слипстрим. И после поворота 5-го это самое важное место, где работает слипстрим. Это тот самый поворот, где я должен был обойти своего партнера по команде. И впереди меня были два автомобиля BMW, и они ехали очень близко друг от друга. Я постарался объехать по внешнему, как и надо. Я был на быстром круге, поэтому я включил свет, показать кому-то из BMW, что я еду на быстром круге, но они заблокировали оба, и один, и второй. Я вынужден был тоже нажать на тормоза. Я посмотрел на время, я нажал очень интенсивно на тормоза, но я ничего уже не мог сделать, у меня заблокировались колеса. Возвращаются участники этой квалификации на трассу. Мы видели, что Эншлер вернулся, и тот угол, в который пришелся удар, практически не пострадал. Может быть, там вмялся. Мощная машина BMW. Вмялось крыло, да. Ну, вот это серийные машины, все-таки не прототипы, да, полноценные серийные машины. И вот один из плюсов — это их повышенная крепкость все-таки. Там тут не разлетаются куски карбона, а действительно полноценная железка. А давайте посмотрим. Пока что все равно Эншлер находится в боксах. И выйдет ли он еще раз на трассу или нет, непонятно. Я думаю, что надо дождаться этого момента, пока последим за кругом Мичелиса. Две с небольшим минуты до конца этой квалификации, точнее, такой гурьбой несутся все машины. Шестого этапа мирового туринга, который впервые приехал в австрийский Зальцбург. Альпийская трасса очень живописная, очень опасная, очень сложная. И вот такой вот паровозик из пилотов едва ли обойдется вот совсем вот так чисто все и гладко. Александр, я бы даже не говорила об паровозике, потому что именно гурьбой едут машины по две в ряд. Вот сейчас только один Мичелис оторвался от вот этой группы. Может быть, сейчас при выходе, вот при круге вот этом прохождения разогревочным из боксов еще как-то толпятся пилоты, но должны сейчас разобраться, потому что трасса, в общем-то, не очень широкая. Вы смотрите, Вебер догнал таки Мичелиса. Причем Мичелис вообще нет в числе 15 быстрейших. Мичелис, по-моему, на 17-й позиции. Очень-очень трудно сейчас сказать, потому что наш компьютер показывает, что это Дукало тоже на 16-й. Хотя мы знаем, что Алексей на 7-м месте, на экранах телевизоров это хорошо видно. И для нас это очень позитивный момент, что Алексей системно попадает в группу 12. Вот сколько было подготовки, российские кузовные соревнования, и Кубок Сиата, и все-таки медленно. Алексей пришел, Алексей медленно, но пришел в мировой туринг. И, кстати, здесь вполне не портит картины. Ну и смотрите, первая тройка пилотов в боксах, а вот меню выехал, потому что понимает, что в целом, может случиться такое, если Шумахер порой вот так вот остается за бортом квалификации, то уж меню точно ничего не гарантировано. Ну, с четвертого места, да, наверное, можно еще о чем-то тут думать, но он один, вы посмотрите, как близко вот этот вот при этом слепстриме. Ну, вот напарники. Да, напарники. Вот здесь все, полное понимание, смотрите, и все. И обходит Мичелис сейчас Вебера. Что Эншлер так и никуда не поехал, значит, он дальше не проходит. А вот Оянг, и тем более Ди Сабатино, который очень быстро. Смотрите, какие времена у Ди Сабатино. Полсекунды. Ореола еще быстрее, Мичелис. Я думаю, что нас ждут сильные перестановки. Ореола
12-й наверняка прибавит. Небольшая такая болтанка задней части на машине Мичелис. Вот это причем повороте. Надо заметить, что отрывы даже у первой тройки очень большие. 3,5 десятки проигрывает Хафф Миллеру. Дальше Макдауэлл, он проигрывает еще 130 тысячных. Дальше 2 десятки проигрывает Меню. То есть не так уж и плотно. Закончилась что? Первая сессия. Давайте дождемся завершения времени. Да, завершения вот этого круга. И Саботина провалил. У него был прекрасный шанс впервые Мичелис в сезоне пройти 13-й. Дальше. 13-й. Но герой Хунгароринга Мичелис тоже вне игры. Ореола молодчина. Нэш все-таки подпрыгнул. И какая там... Ух ты, меняется Нэша бесконечно. Вот сейчас Тиаго Монтейро на последнем. Вот сейчас Монтейро завершает этот быстрый круг. Он на 12-м месте. Последний претендент на вылет. Но, пожалуй, больше никого и нету. По большому счету, вот Франц Энкшлер. Франц Энкшлер никуда и не поехал. Все... спокойно воспринимает Франц. Да, я думаю, что он все уже повидал в своей гоночной жизни после того эпизода в По, когда прямо перед ним бросился на трассу поперек. В момент, когда он лидировал. Когда он лидировал, да. Тарквини сейчас 7-й результат, Дудукало 8-й. На одну позицию Габриэль Тарквини отодвинул своего партнера по команде. Вот Алексей Дудукало. Но я думаю, что он тоже уже не на быстром круге. В любом случае, он входит в число 12 сильнейших. И нам уже будет важна вторая часть квалификации. Может быть, Алексею сейчас даже важно аккуратненько доехать до боксов, сберечь свои покрышки. Итак, у нас вот 12 пилотов определились. Этот пилот точно никуда не проходит. Понятно, это Томчил. Миллер, Меню. Меню не просто улучшил, так выехал. Он взял и улучшил. И стал второй. Тройка «Шевроле», знакомые все лица. Макдауэлл четвертый, у него лучший квалификационный результат, в принципе, был 6-е место. Один раз, вот посмотрим, может быть, он покажет лучший результат в карьере. Ореола 5-й. Разбираться идет Чилт, это не просто так. Ну, может быть, может быть. Ну да. Под камеру, наверное, да. Уже, да, уже не те эмоции. Сори, говорит вот то, что я слышу. Первый раз такое случилось за всю мою карьеру в туринговых гонках, по-моему. Я думаю, вот то, что здесь точно сработает сентенция Александра о том, что Франц Энкшлер все это уже видел много раз в своей жизни. Перед ним вот так руками махали уж там 2 поколения пилотов. Франц все еще по-прежнему здесь. И видно, что вот тут, попал бы он вообще в этот поворот. Таким ходом несся Чилтон. Не знаю, на что он рассчитывал. Бинани снова проходит дальше. О'Янг проходит дальше. О'Янг в этом году, вот как он разогнался в Венгрии, тогда он 8-м был в квалификации. До этого ни разу. Так что О'Янг тоже на подъеме. Даст и Монтейро. Да, Монтейро с большим трудом. Ну а Даст после своих там замечательных подиумов в Валенсии, я думаю, совершенно реально смотрится. Странно, что Даст не лидирует у нас в зачете участников до сих пор. Напомню, там Пепе Ореола 74 очка, 67 у Мичелиса, и у Даста только 58. Но тут борьба вся еще впереди, это очевидно совершенно. Ну и обратите внимание, герой прошлого этапа в Венгрии вообще никуда не попадает. В лучшем случае там, по-моему, 17-я позиция у Норберта Мичелиса. Мы слышали точку зрения Тома Чилтона. Вот давайте послушаем теперь Франца. Что вам есть сказать? Он очень поздно затормозил. У него машина слишком шла с недостаточной поворачиваемостью. Ну, такие уж гонки у нас. В любом случае, он врезался в меня, но... Он подошел ко мне, но я сказал ему, все нормально. Первая часть квалификации была неплохо прошла. Потом моя машина поехала намного быстрее. Для меня это, собственно, домашняя гонка здесь в Австрии. Я был абсолютно уверен, что выйду в 12 сильнейших, но... Да, завтра будут гонки, богатые на события для вас. Нет сомнений. Ну, Франц, напомним, в прошлом году, в день своего 50-летия, одержал дебютную победу в мировом туринге. В общем, это человек, заслуживающий всякого уважения. У нас короткая пауза, и в 18:17 мы вернемся на вторую часть квалификации сюда, в австрийский Зальцбург-ринг, замок Соли. Favorite events from Eurosport and Eurosport 2 are also available on Eurosport Player.
The multi-channel function allows you to watch Eurosport, Eurosport 2, and Eurosport News at the same time. Additional live coverage on the bonus channels, plus an extensive on-demand library lets you watch what you want, when you want. Eurosport Player, the best way to watch sport wherever you are. To find out more, go to eurosportplayer.com. Ну что же, все готово к старту второй части квалификационной сессии шестого этапа чемпионата мира WTCC. Напомню, мы с вами находимся на трассе Зальцбург-Ринг, или, как говорит Александр Кабановский, замок соли. Такое украшение нашел Александр. Так называют город Зальцбург, четвертый по величине город Австрии, очень красивый, живописный центр одноименной провинции. И напомню, именно здесь, 68-го года, расположено это гоночное кольцо. Прежде мотоциклисты сюда часто приезжали. До 95-го года этап чемпионата мира проходил. Ну, а вот уже в этом тысячелетии здесь обосновались пилоты кузовных машин. И, по-моему, неплохо себя чувствуют. Да, мы видели, как командует один из механиков Габриэль Тарквини выезжать на трассу. Я не знаю, на что рассчитывали. Видимо, рассчитывали на то, что Габриэль сможет пристроиться к пилотам «Шевроле», за ним следом Алексей Дудукало. Ну вот, вклинились еще несколько гонщиков между «Шевроле» и Габриэле Тарквини. На прогревочном круге находится 10 минут квалификации. Посмотрите, какая красивая трасса, невероятно живописная. Просто вот чуть-чуть камера отъезжает, и сразу видно все красоты. Да, когда подъезжает поближе, сразу видно, что она узкая, и барьеры стоят рядом. Так что, в общем, трасса непростая. Чарльз Энг. Чемпион по дрифту. Доволен. Да, он доволен. Безусловно. Чемпион формулы «Барбер» американской. В общем, на самом деле, довольно молодой пилот. Обычно тоже мы привыкаем, что азиаты довольно возрастные сюда приходят. Там бывает 40 лет, там больше 40. Чарльз Энг молод, ему только 23 года. Так что здесь есть еще потенциал. Ну и вообще пошло омоложение Торинга. Мы об этом тоже говорили. Ну, конечно, мы не да, считаем Пеппи Ореола, которому 17 лет. Да, что 22-летние пилоты, правда, не часто сюда приходят, но на фоне там подиума из Тарквини, Меню и Энгшлера, тут даже 30-летние гонщики вполне смотрятся юно. Ну что, Коронель тут зажигает, иначе не скажешь. Зачем он это делает? Вот для чего сейчас Том Коронель на прогревочном круге пытается выпихнуть с трассы Алана Меню? Я не очень понимаю в данной ситуации Тома Коронеля. Коронель это Коронель. Он пытался зацепиться за двух пилотов, которые идут впереди. Они сейчас свои вопросы решают. Меню прикрывает их. Потом поменяется. Там все отработано. Потому что в этой команде точно тактика вся выстроена. Ну, скажем так, да, в гонках еще могут быть какие-то вариации. Но в квалификациях «Шевроле» работает как единый организм. Это давно действительно известно. Там, может быть, Макдауэлл подталкивает Тома Коронеля. Но был какой-то странный эпизод. Все хотя все очень плотно идут сейчас. Выехали, да, один за другим. Еще раз скажу, Меди Бинани явно вошел во вкус. Дэрило Янг явно вошел во вкус после венгерского этапа. Бинани, напомню, стал первым вообще в истории представителем Северной Африки, ставшим призером этапа автогоночных соревнований ранга чемпионата мира. Были, конечно, африканские пилоты, но это все представители были Южной Африки. Ну, Джоди Шектор, прежде всего, чемпион мира Формулы-1. А вот в Северной Африке никогда таких быстрых гонщиков до Меди еще не было. Посмотрим. Обсуждают сейчас бокс Тома Коронеля, что слишком уж он близко к Алану Меню. Между собой инженеры слишком на британском мостике выясняют. Да, он был слишком близко в тот момент, когда он допустил контакт. А сейчас, я думаю, Алан Меню едет за своими партнерами. Хотя именно они сейчас главные действующие лица. Именно они сейчас должны показать быстрейшие секунды. Но показывает Меню, что интересно. После того, как его подпихнули, ну, Меню чуть-чуть, наверное... Более того, на Коронеле наседает там вовсю Алекс Макдауэлл. Неожиданно совершенно Коронель обнаружил, что Меню от него просто уехал. А другой Круз частной команды наседает на него сзади. Ну вот первый круг закончен. Пока что 27-0. Это лучше. 26,9. Абсолютный рекорд трассы. Ален Меню перекрывает свой собственный лучший результат. Вышел он за 1:27. И что, Тарквини? Тарквини третий. Прекрасно. Хаф отодвигается на четвертую позицию. Кто будет бороться за очки, а кто за лучшее место на старте второго заезда здесь. Ну вот да, пока что во втором споре впереди Алексей Дудукало. Если вот внезапно сейчас все кончится, то россиянин будет на поуле второй гонки. Ну и кто же у нас до сих пор не выезжал на трассу? Тиаго Монтейро, кстати. Тиаго
Диего Монтейро находится сейчас на своем быстром круге. Монтейро шестой, на самом деле, в протоколе. Да. Кто-то другой. О, Янг. Вот кто не выезжал. Дэрил О'Янг. Может быть, шины бережет. Может быть, понимает, что серьезных шансов побороться Дэрил в этой компании. Дэрил О'Янг находится на своем быстром круге сейчас, Александр. Так что все 12 пилотов у нас сейчас находятся на трассе. Точно так. Но у 11 из них есть зачетное время, а у одного пока что нет. Ну вот посмотрим. Дождемся этого времени. Алексей Дадукало занимает 10-ю позицию, комфортную для старта во втором заезде. Но для старта в первом заезде, я боюсь, сложновато, потому что пробираться сквозь вот эту группу особенно людей, которые спрессуются на старте в первый узкий поворот. Чем-то мне напомнил этот поворот. Аналогичный такой же, с такими же ограничителями, был на трассе Мячково, старой ее конфигурации под Москвой. Помню я печальную историю, которая со мной там случилась, но не дай бог, конечно. Но заезжает в боксы у нас первым сейчас кто? Все заезжают в боксы. Коронель остался только на трассе. Вот теперь он, да. Как разделитель такой. И, кстати, обрати внимание, лучший результат Алан Меню показал безо всякого слепстрима, без своих партнеров. Сам смотрите, самостоятельно. Что это там такое на машине О'Янга? Да, оторванном. Крыло? Да, гибкие крылья подвижные, да, как в Формуле 1? Да, боюсь, что это подвижное крыло, а организовалось с него уже по ходу. Скорее всего, вот да. этого круга, но не в результате каких-то инженерных разработок. Скорее всего, это был контакт с кем? С ограждением или с кем-то из партнеров. Вот это тоже соперников даже, скорее, скажем. Ариола, Тарквини, Хафф, Макдауэлл, Монтейро, Меню и Мюллер находятся сейчас в боксе. И вот этот вот. О'Янг заканчивает круг 11-й. Ну, так достаточно медленно движется он по трассе. И еще будет один выезд для пилотов Ремелли. Также и Тарквини тоже посматривает. А вот, ну, похоже, нет. Да, если он остается на трассе. На трассе. Может быть, не будет выезда. Может быть, просто большее количество кругов проведет сразу в один единственный заход Алексей Дадукало. Сейчас 10-й результат. И Алексей его он устроил. Нас бы тоже на самом деле. Поэтому вот О'Янг у нас выбывает из борьбы. У него там какие-то аэродинамические элементы. Хотя, смотрите, он продолжает движение по трассе. Время еще есть. Можно еще вернуться в боксы, прикрепить это крыло замечательным гоночным скотчем, которого в каждой команде много рулонов, вернуться и еще проехать одну попытку. «Шевроле» выезжает на трассы. Алексей Дадукало, мне показалось, так замедлился, да. Пропустил вперед всю вот эту вот группу. Причем какое-то это крыло уж очень прям совсем, не заезжает в бокс этого Янг. Это чуть ли не наклейка, прям совсем мягкая, на ветру раздувается. И опять куча мала, собрались все вместе. Очень интересная идея, на самом деле. По-моему, это расширитель все-таки крыла пластиковый. Какой-то мягкий, да, он совсем вот прям согнулся. Ух, как он опасно едет, Янг. Но он не может упустить далеко сейчас Тома Коронеля, потому что он пытается воспользоваться его пакетом, вот этим воздушной волной. Который... Разряженным, да. Ничего подобного. Том Коронель скидывает все это торжественно. И в то же время мы сейчас видим, что никто не улучшает по секторам. Вот сейчас мы, конечно, посмотрим на парней из «Шевроле», потому что они поехали выяснять, кому из них достанется пол и 5 очков. Это естественно. А он меню ушел вперед от этой пары ребят. Напомню, что довольно долго, 4 гонки, 4 этапа подряд, в квалификации каждый раз выигрывал кто-то новый. Наконец, в Венгрии Мюллер этой традиции приложил конец, завоевал второй пол в сезоне. Ну вот посмотрим, как будет на этот раз. Раньше мы говорили, что пол – это только лишь хорошая стартовая позиция, теперь это еще и важные очки. В группе «Шевроле» на самом деле борьба очень упорная, там 30 баллов от первого до третьего. На каждом этапе разыгрывается 55 очков. И вот так просто делиться никто ими не будет, это совершенно точно. Ну и кроме того, кстати, из «Шевроле» две полпозиции, это и было только у Мюллера. У меня одна полпозиция, у Мичелеса и Габриэля Тарквини. Так что Хафф только из пилотов «Шевроле» еще в этом году не отметился на стартовой первой позиции в гонке. Посмотрим. Пока что Хафф только лишь четвертый. Напомню, что он единственный, кто пропускает не только своих напарников. Никакого волнения нет в боксах. Вот что меня удивляет. «Шевроле» абсолютно спокойно. Там Эрик Неф головой вправо-влево посмотрит, что происходит в целом. И поехали на быстрый круг пилоты. Вот Алексей Дадукало пропускает всех. Ну, кстати, на этот поребрик правым колесом наезжают все передние. Все буквально. Если там все захотят одновременно это сделать, это будет удивительно. Интересно ждет нас старт. Иван Мюллер улучшает на первом одинаково. Секторе. Причем ровно столько же улучшает Роб Хафф. Но Хафф идет позади Мюллера, поэтому считается, что это формально, время да. формально лучшее у сейчас Ивана Мюллера. Меню впереди, 74 грозят ему или нет. 122 тысячных его преимущество над Иваном Мюллером, который сейчас на второй позиции. Меню разгоняющий, сейчас он в невыгодной позиции. Он на этом круге едва ли улучшит. Конечно, посмотрим, всякое может быть, но все-таки догоняющему чуть-чуть проще. От всех соперников оторвались трое пилотов на голубых крузах. Вот кстати, сейчас самое время давать обгоны. Еще улучшает Мюллер. Причем значительно улучшает, ну, относительно. Кстати, решили, да, что именно вот такой голубой будет машина
Микеле Вальянта. Мишеля, да, Вальянта? Мишель Вальян. Знаменитого героя комиксов про гонки, который уже там полвека гоняется на разных трассах. Вот именно такого она будет цвета. Но на Ford Mustang немножко похоже внешне. В июне, говорят, уже первые тесты запланированы этой машины, мультяшные. Ну что, заканчивается круг. Вернемся к реальным машинам. Ну что же у нас? Пока у нас Мюллер. Мюллер. Но! Вот так вот. Первый. Первый пол в сезоне. Может быть, сговорились. Может быть, нас подслушали. Так или иначе, Тарквини четвертый лучший из остальных. Макдауэлл пятый, лучший в карьере. Алексей устраивает, проехал дальше. О, нет, не наклейка, со своими пластмасками. Нет, это не наклейка, это кусок, действительно. Расширитель колесной арки. Да, да. Ну и что, у нас пол? Нет, еще есть, конечно, нет, один круг. Возможность. Еще едут «Шевроле», едут Но достаточно быстро. Но Оянг Дудукала уже не обгонит, а Бинони в боксах. И значит, у нас пол второй гонки гарантирован. Нам не случайно показывают боксы команды «Лукойл Рейсинг». Алексей Дудукала уже был один раз, помнится, вторым на старте. Один раз был третьим на старте второй гонки. Клетчатый флаг. А теперь посмотрим, как Алексей справляется со стартом с первой позиции. Это точно. Ну и посмотрим также, кому достанется первая позиция вот здесь. Ничего еще не решено. Следом за Алексеем, рядом с Алексеем, Том Коронель будет стартовать на BMW во второй гонке. Это тяжеловато. Пола Хаффа нам показывают. Переживает он за своего сына. Иван Мюллер чуть-чуть перетормаживает, едва не мешает Робу Хаффу. Роб Хафф в любом случае сейчас идет быстрее. Быстрее. Но тут все в сотых, все в сотых. Ну что же, неужели Мюллер настолько жадный, что Хаффу не уступит пол позицию? Мюллер никому ничего не уступит. Это совершенно очевидно, по-моему, для всех, кто его хоть немножечко знает. Нет. Все. Роб Хафф. Вот и все. Каждый из пилотов «Шевроле» отметился на полпозиции. Дважды это сделал. Только Тарквини имеет хоть какой-то теоретический шанс, если он гениально пройдет третий сектор. Но Тарквини не делает этого, он просто съезжает в боксы. Он гениально заезжает в боксы, так же, как и заезжает в боксы. Остальные полпозиции до второй гонки, вы видите, у Алексея Дудукала. Первая полпозиция в мировом туринге для российского пилота. Это формально говоря, называется первая стартовая, стартовая позиция. Все-таки не пол, формально говоря. И отметим лучшего из, действительно, лучшим из трофея Кагама оказался Алекс Макдауэлл. Был прав Ричард Коулман, улыбаясь. Его парни действительно быстрые на этой трассе. Макдауэлл получает одно очко, очень важное для Bamboo Engineering. Все-таки были у них сильные этапы, были не очень. А мне жалко Алана Меню. Почему? Ну, потому что был быстрейшим он в тренировках, ехал он быстро, но вот такая функция выпала на его долю. Меню был единственным из гонщиков «Шевроле», кто был дважды на подиуме в Венгрии. Он обогнал Хафа в общем зачете, так что пусть стабильность уберет, он всегда и говорил. Очков ему меньше сейчас достанется за квалификацию, меньше, чем его напарника по команде. Макдауэлл набирает первые квалификационные очки. Пока Тарквини и Коронель боролись, Дудукала улетел. Немножечко улетел у нас. Ничего, это не испортит нам радости и обедни. Очень колес, похожий эпизод. Только вот испортил. Колес, да, маленько есть такое дело. Но видно, что Дудукала так уж смещался, чтобы не врезаться в своего напарника Тарквини, что предпочел сам выехать с трассы. Но это Альберт Лау, новый гоночный инженер Алена Меню. Ну, с этого года гоночный с инженер этого года, Алена да. Меню. Вот, положение общее, ну, не сильно оно поколебалось, потому что Тарквини оторвался от Коронели, между ними было равенство, теперь итальянец на 2 очка впереди. Ну и Роб Хафф чуть-чуть подобрался к чуть-чуть, Алену Меню. Да, чуть-чуть. Ну что же, вот так закончилась квалификационная сессия перед шестым этапом чемпионата мира. Я думаю, у нас будет возможность еще какие-то интервью послушать. Пока прервемся ненадолго, отдохнем. How is it possible to take at least 30 days to travel 95 miles? Country, great food, Macedonia, timeless. In a world of myths and gods, in a world of myths and gods, glorious warriors and their allies advance into battle to expand their powerful empire and take command of Grepolis with their alliance. Choose your god and build your empire. Now free at grepolis.tv.
Japan quality. Yokohama, your tire. На ваших экранах итоги этой квалификации. Габбар Вебер в итоге на 21-й позиции, но, видимо, у него проблемы. Чилтон и Янгшлер, которые столкнулись на 17-19 строчке. Ну, а Роберт Хафф на первой стартовой позиции. Еще раз скажу, впервые в этом сезоне с Робертом Хаффом такое случилось. Но, правда, вообще говоря, для Хаффа это уже 10-й юбилейный пол в мировом туринге. Не так много, кстати. Ну, мы можем послушать сейчас Роба Хаффа. Надеюсь, будет у нас такая возможность. Обычно есть несколько слов. Дается несколько слов победителю квалификации. Мы вот с Александром обсуждаем, насколько постановочный был этот круг. Ну, ехал Роб действительно быстро. Да. Нечего и говорить. Тут можно обсуждать. В свое время он показал сам, это уж точно никто ему не помог. Причем отставание минимальное. 142 тысячных проиграл Иван Миллер. Ну, скорее уступил Иван Миллер. И Алан Мини уступил еще 28 тысячных. Послушаем Роба Хаффа. Hot work there, Rob. You look a little bit sweaty. Congratulations, pole position by 2/10. Cheers, hey, thank you. 2/10. Поздравления, спасибо огромное. Да, я долго шел к этому по ходу сезона. Очень хороший круг позади Ивана. Немножечко потерял на первом секторе, но затем я разогнался за него на задней прямой. Мы очень здорово сработали вместе. Я здорово проехал третий сектор. Очень доволен. У вас были новые шины? У нас были, нет, те же шины, что в первой попытке. Но просто команда невероятно сработала. Очень быстрая машина. Парни молодцы. Поздравляем. Спасибо большое. Поздравляем, да. В паузе между гонками Хафф вспомнил молодость. Тогда они с отцом часто ездили на раллиные гонки. И вот он тоже поехал на ралли Корсика. Он не просто так, он поехал на ралли. Промчался там на судейской машине открывающей. Напомню, что выиграл там мини-БМВ Дани Сорда. Ну что же. Ну что? Совсем перед вами финальное по итогам сегодняшнего дня положение в зачете пилотов. Ситуация эта изменится уже в воскресенье после двух гонок, когда мы узнаем с вами, достигнем экватора чемпионата мира, узнаем того, кто вот в середине сезона у нас лидирует. Знаем мы точно, что эту позицию разыграют между собой пилоты, которые заняли самые высокие места в квалификационной сессии шестого этапа WCCC. Напомним, мы на трассе в Зальцбург-Ринге. Ну и один из несомненных героев — Алекс Макдауэлл. Посмотрим. Сегодня было в розыгрыше всего лишь 5 очков для лучшего гонщика. Завтра 50 будет разыгрываться, в 10 раз больше. Я бы недоволен Алан Меню, несмотря на на розыгрыш этих очков. И Алан Меню не очень как-то удовлетворен этим результатом, хотя завтра гонка покажет. Все расставит по своим местам. Самые интересные моменты квалификации. Приглашаем вас посмотреть завтрашние гонки в прямом эфире на Евроспорте. Посмотрим завтра. Самое интересное сегодня. Так, предварительные залпы этой большой австрийской войны. Напомню, что этот этап заменил немецкий. Ну, а спасибо всем, кто был с нами по ходу этой квалификационной сессии. Пришла пора прощаться. Спасибо огромное Александру Кабановскому. Спасибо Оксане Казаченко, режиссерам сегодняшней трансляции Михаилу Риполову и Алексею Неумоину. Ну а мы услышимся в воскресенье на трассе Зальцбург-Ринг на канале Евроспорт. Всего вам доброго. Услышимся. Всего наилучшего.